మద్యపానం ధూమపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం మరియు క్యాన్సర్కు కారకం. సిగరెట్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ ఆర్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. ఇట్ కాజెస్ క్యాన్సర్. Брюс Ли. Боец. Фильм переведен и озвучен по специальному заказу Анастасии Сорокиной. Сестра, быстрее, папа вернулся домой. Уже бегу. Папа. Папа, что вы мне привезли? Он ведь только что приехал. Сынок, смотри. Я привез тебе энциклопедию. Она поможет тебе укрепить свои знания. А это инженерный калькулятор. Он легко решает сложные формулы. Папа, а мне что привезли? А тебе куклу Барби. А мне калькулятор. Одолжишь у брата, если понадобится. Вечно ему все, а мне опять ничего. Доча! Сестра! Ну, доча! Сестра! Когда ты приехал? Присаживайся, брат. Я узнал о зачислении в государственную школу Дели. Помимо оплаты, они зачислят ребенка, если его баллы превысят 80%. Какие 80%? Он всегда тянет 90%. Папа, я тоже хочу в школу в Дели. Дочка, он станет коллектором, поэтому и поступает туда. Я тоже стану коллектором. Ты станешь сестрой коллектора. Отбрось эти замашки среднего класса. Хочешь счастливую семью? Относись ко всем равно. Брат, ты ведь знаешь, что я всегда хотел стать коллектором, но у меня не было возможности. Но своего сына я точно сделаю коллектором. Сестра, забирай себе все подарки. Нет, я не хочу. Ну возьми. С чего мне брать? Отец не меня, а тебя хочет сделать коллектором. Он только тебя хочет послать учиться. Все ради тебя. Дорогой. Да? Амулу уснула в слезах. Наша дочь любит учиться, давайте ее отправим учиться в Дели. По-твоему, я сам не хочу послать ее туда учиться? Я люблю ее так же, как сына, но пока у нас нет такой возможности. Откуда у нас деньги, чтобы обучать их в такой большой школе? Цель означает стремление. Мать дает нам жизнь, а наше образование придает ей смысл. Поэтому у каждого человека должна быть цель в жизни. Сатиш? Сэр. Твоя цель? Стать инженером. Гита? Сэр. Твоя цель? Стать доктором, сэр. Картик? Чтобы сестра стала коллектором, сэр. Тишина. Что за оценки? 35 по математике, 20 по английскому и 30 по общим? Я никак не мог их выучить, отец. Не смог? Не смог? Ах ты тупица! Ты чего? Он же еще ребенок! Сколько надежд я вложил в него. Хотел, чтобы он поступил в Дели, но с такими оценками. Глянь-ка на сестру, даже у нее 85%. Доча, ты поступишь в эту школу, я сделаю из тебя коллектора. Малыш, ты разве не обиделся на побои отца? Обиделся, дядя. А чего сейчас улыбался? Эй, я знаю, как ты учишься. Объясни свои плохие оценки. Только одному из нас можно в ту школу. Если я провалю экзамены, то вместо меня он отправит сестру. Дядя, прошу, не говорите отцу. Ж-
Живее, скоро автобус подъедет. Сейчас, дорогой. Это вам государственная школа Дели. Сестра, не бойся новой школы. Положи в книгу перо павлина. Тебе поможет. Спасибо, брат. Вот твоя участь. Стоять на дороге и продавать перья павлина. Никчемный болван. Пока, Амулу. Пока, папа. Помахал и хватит. Учился бы хорошо, сам сидел в том автобусе. Никчемный болван. Пока, брат. Каждый трудится ради своей цели, но лишь немногие отступают ради других. Ты станешь объектом восхищения, и никто не сокрушит тебя. Отец будет гордиться тобой. В эпоху быстрого поколения, чего ваша дочка так долго телится? Вы сказали в 10, потом в 11, в конце концов в 12. Мы не работаем, вот и здесь, а она в офисе. Пейте кофе. Выпил. Печеньки. Диабет. Ну, хоть он вовремя. А вот и она. Дочка — это Бабу Рау, замкомиссара полиции Бадлапура. Здрасте. Привет. Это Рия, моя племянница. Полиция в восторге от ее анимации. Хочет выйти только за офицера полиции. Я отправила вам анкету. Что думаете? Я снял шляпу, увидев твои фотки по WhatsApp. Спасибо. Хотела задать прямой вопрос, если не возражаешь. Спрашивай свободно. Будь открыта с Бабу Рао. Почему ты выбрал полицейский департамент? Ради дохода. У тебя нет страсти к своей профессии? К черту эту страсть! По-твоему, это клево вставать рано и переться на тренировки? Думаешь, удобно носить хаки и эту тесную обувь? Все ради денег. Почему сфера полиции? Она заводит дела во всех сферах. Кто заведет на меня дело в моей же сфере? Конец. Чему конец? Игре конец. Мой сын без ума от видеоигр. Я понял. Куда ему до учебы? Что предпримешь по делу об изнасиловании в Дели? Спрошу, сколько бабла есть. Возьму и велю больше так не делать. Это значит, что ты даже не вздохнешь без выгоды, да? В точку. Сюда я пришел тоже кое-что зарегистрировать. Что именно? Хороший вопрос. Экс-министр швырнул тарелку на пол и убил свою жену из-за ужасной еды. Слава богу, это дело буду вести я. За это получил кусок земли в Гачибоуле. Игра окончена. Хорошо сыграл, парнишка. Помогите. Кто это? Прошу, отпусти. Прошу, отпусти мою дочь. Я умоляю тебя! Эй, я ведь сказал, что женюсь только на ней. Вот и забираю ее. Эй, сделай что-нибудь. А мне какая выгода? Черт. Эй, погоди! Господин, прошу, оставь мою дочь. Прошу, отпусти ее. Умоляю, господин. Перевод Хани и Хасина. Роли озвучивают Алексей Никитин, Давид Петросян и Маргарита Сахно. Автор сценария и режиссер Срину Вайтла. Эй! Я совершил множество грабежей и похищений. Никто не останавливал меня, даже не пытайся. Какая бы пьеса или драма ни шла, занавес всегда опускается с моим приходом. Иначе я опускаю его насильно. Я видел, как ты угрожал девушке в колледже Качигуда облить ее кислотой. Твоя песенка спета. Хватит болтовни, говори сколько ты хочешь. Чего-чего? Говори сколько хочешь. Чего-чего? Говори сколько хочешь. Ты мой кузен, чтобы исполнять желание. Эй, уйди с дороги. Ты не поймешь мою волю, пока я не сломаю твою. Священник, сколько до мухурты? Ровно 5 минут, сэр. Ровно через 2 минуты он побежит, оставив невесту.
Как всегда, все вовремя. Отец, у вас еще 3 минуты до Мухурты. Спасибо, сынок. Эй! Сэр, прошу, простите. Будешь ли ты угрожать кислотой девушке из-за отказа? Я брошусь ей в ноги и попрошу прощения, сэр. Чего-чего? Я брошусь ей в ноги и попрошу прощения, сэр. Чего-чего? Мы побьем себя сандалиями нашей сестры. Вот это другой разговор. Работа сделана. Я в форме. Готовьтесь. А что плохого, если у копа есть левый? Ничего, если он реально их заслуживает. Полицейский — символ храбрости и уверенности. Он тот, кто верой и правдой служит обществу. Чушь собачья! Накрутила себя про полицию. Если останусь, мне поплохеет. Бывай! Никогда не возвращайся. Подлый идиот. Разве есть в наши дни полицейские с такими качествами? Почему нет, дядя? Например, как сегодня. Он символ полицейской формы. Любого сломает ради долга. Снято! Молодец! Мастер Дэвид, вы спец по трюкам, а я режиссер. Это мои слова. Хорошо, скажите, сэр. Классный дубль! Эй, опустите меня! Супер, Брюс Ли, отлично! Ты зажег, спасибо, сэр. Кто зажег? Он просто прыгнул. Это я с трудом приземлился вовремя. В кино аплодисменты будут не ему, не тебе и не Дэвиду, а блокбастеру Брахмаджи. Он эгоист. Нет, сэр, он садист. Ты фантастика. Спасибо, сэр. Не за что, Брюс Ли. Баба Джи, только что пропустил опасный трюк, как бутылку виски. Чего? Бессовестный болван! Ты приписал себе трюк Брюса Ли. Пошли отсюда! Да, сэр. Не вам, Баба Джи, а ассистенту Дэвида. Эй, подойди сюда. Брюс Ли, я сыт по горло этим героям и режиссерам. Еще и ты опаздываешь. У меня давление и диабет. Чего-чего? У меня давление и диабет. Чего-чего? Прошу не заставлять меня нервничать. Вот это другой разговор, мастер. Спасибо, Брюс Ли. Те ублюдки попросили прощения у моей сестры в колледже. Эй, не то что ее, они теперь никого не тронут. Мастер Дэвид? Сэр! Все с нетерпением будут ждать этого фильма. Мне все равно, что вы сделаете. Но нервы зрителей и бокс-офиса должны просто взорваться! Вы поняли? Взорваться! Сюжет так себе, на кульминацию подавай классную. Брюс Ли! Да? Покажи режиссеру поставленную мной драку. Чего-чего? Пожалуйста, покажи режиссеру мой трюк. Вот это другой разговор. Спасибо, Брюс Ли. Думали, нам конец из-за Дэвида. Благодаря тебе трюк отсняли за 4 дня вместо недели. Вот тебе подарок помимо гонорара. Спасибо, сэр. Всего хорошего. Спасибо, сэр. Эй! Эй, Брейс, это сестре на ноутбук. Чего-чего? Отрываемся! Thank you.
Давайте вперед! Вперед! Открывший огонь в отеле Grand Regency являлся террористом группы Аль-Джихад. В ходе стрельбы погибли 6 невинных людей. Целью являлось создание помех хаоса в экономике Индии. Мы скоро поймаем и повесим всех, кто причастен к убийствам. Спасибо. Возможно, многие из вас получали награду Падмашри в сфере бизнеса, но награда, полученная Джейраджем, председателем Васухандра Pharmaceuticals, и вправду особенная. Он великий не только благодаря производству лекарств, спасающих людям жизнь, но также из-за теплого отношения к своим сотрудникам. Для нас большая честь поздравлять такого руководителя, которым мы так гордимся. Дадим ему слово. Сэр, прошу. Простите. Правительство вознаградило меня Падмашри, мир подарил мне признание. Но все, что мне нужно на самом деле, это помнить и уважать каждого из вас. И по этой причине я думаю, что нам надо поздравить менеджера нашего завода Рамачандру Рао. Мадам, поздравить меня? Господин Рамчандра, вы 25 лет своей жизни посвятили службе компании Васундхара. Скажите пару слов. Мы поздравляем вас, пожалуйста. У
Вот бы твой брат пришел. Да, мама, он все пропустил. Я до сих пор не в состоянии оправиться от вчерашнего шока. Мы тоже не в состоянии. Почему поздравили вас, когда награду получил другой? В честь моей долголетней службы и усердного труда. Чего-чего? Я поздравил всех со службой на заводе и отметил нашу тяжелую работу. Чего? Расчевокался. Когда меня поздравили, то аплодировали целых 2 минуты. Первый раз за 50 лет? Как обрадовался. Да мне каждый день хлопают за прыжки и разбитые стекла. Думаешь, это то же самое, да? Звук ведь одинаковый. Звук, может, и да, но уважения в обществе нет. Боже. Если послушаешь меня, то я поговорю с боссом и устрою тебя продавцом или помощником на заводе. Будешь получать 8000 чистыми на руки. У меня в день по 10 штук за 2 прыжка и 3 разбитых стекла. Без всяких налогов. Налогов нет, зато вычтут тебе руку или ногу. Мне все равно с того дня, когда ты ступил на неугодный мне путь. Ни одна твоя рупия не попадет в мой дом. Дочка Кавья? Да, дядя. Тебя вчера не было, поэтому курьер оставил это мне. Что это, брат? Наша Кавья выиграла ноутбук на одном конкурсе. Надо же, брат, все ее подарки попадают именно к тебе. Спасибо, брат. Ты выиграла с трудом. За что ему спасибо? Это ведь я подбросил ее на конкурс. Ты лишь подбросил, а я уже 20 лет веду ее к цели. Я тоже таким был, брат. Выигрывал в конкурсах карандаши, ластики, пеналы. Моя амула вся в меня. Ага, значит, вы шибко умный. А что, нет? Тогда ответьте без амулу и подсказок. Кто наш президент? Наш президент Абдул... Чего-чего? Абдул Калам? Абдул Калам был президентом. А может, Протипха? Чего-чего? Протипха Патиль? Я говорю, основываясь на своих знаниях. А они у вас хоть есть? Может... Что? Коллектор с таким багажом знаний? Был бы жив дед, прямо тут же бы повесился. Я знал ответ, брат. Меня просто застали врасплох. Как ты, Кавья? Хорошо, брат. Привет, брат. Привет, Картик. Что, дядя, опять с 9 до 9:30 тема «Кто из нас умнее?» Устроили перерыв. Папа, я оставил обед и лекарства на столе. Не забудьте. Хорошо. Ладно, пока. Покеда. Пока, бро. Учись у него, каким должен быть сын. Заботиться о родителях после такой солидной работы. Дядя стирает ему шмотки. Вы тоже хотите? Только стирать мне не хватало. Эй, хорош ругаться. Кавья, что там с местом в Академии РАО? Говорят, там тяжело получить место, брат. Решение только за главным руководителем. Я не знаю, как на него выйти. Доберись до него как-нибудь. Кавья станет коллектором только благодаря обучению там. Сэр, там. Его нет, уходите. Назови любимую героиню. Отправлю ее фотку по почте. Уходите. Вы кто такие? Моя сестра готовится к МСФО. Она очень умная. Вы убедитесь, если взглянете на ее научные работы. Что вы хотите от меня? Сэр, из-за вашей рекомендации она получит место в РАО. Прошу, сэр. Места ждут многие талантливые студенты. Мест больше нет. Уходите. Сэр, не говорите так. Устройте любой тест и задайте вопрос, она все пройдет. Не раздражайте меня. Прочь. Сэр? Моя сестра отличный студент. Без вашей рекомендации я никуда не уйду. Шофер, заводи машину. Хорошо, хорошо. Я поговорю, пока. Сторож. Кто это такой? Не знаю, мэм. Он пришел ради места для своей сестры. Он с самого утра ни крошки в рот не брал. Велел убираться, но он не слушается. Это полиция. Садись, бабуль, я принесу твой обед. Бабу! Бабу! Папа! Папа! Бабу! Бабу! Папа! Бабу! Остановите машину! Бабу! Папа! Бабу! Папа! Бабу! Папа! Бабу! Бабу! Брюс Ли, берегись! Сыночек, мамочка,
Мама. Алло? Правда? Я безмерно счастлив. Амило! Что, папа? Благодаря твоим работам тебе дали место в академии. Сначала ты выиграла ноутбук, а теперь и место получила. Когда ты думаешь о том, как жизнь мне облегчить, этот болван дурью мается. Бог дал мне алмаз Кохинур и тебя в придачу, чтобы чаши весов сравнялись. Заслуга Брюса Ли, но хвалите другого! В смысле? Он наш Рэмбо, дядя. Проваливай, никчемный болван. Я пойду. Все ведь благодаря тому, что Брюс Ли рисковал жизнью. О чем ты говоришь? Да, тетя. Спасибо, брат. Спасибо большое. Эй, а за что ты его так благодаришь? Это ведь я заполнил анкету. Да, сестра? Даже бомж это может за 10 рупий. Может, бомж и заполнит, но у моей руки особые свойства. Это талант моей дочери. Пойду сообщу дяде. Хорошо, папа. Здрасте, дядя. Отвали, болван. Эй, почему слушаешь его оскорбления? Не судьба высказать правду? Мам, папа всю жизнь мечтает сделать мою сестру коллектором. Пусть так и будет. Я завидую, глядя на твоего отца, сынок. Почему? Потому что он твоя жизнь. Вы тоже. Сэр, скоро сестра станет коллектором. В честь этого все каскадеры должны получить квартиру в Филмнагаре. Точно, у вас будут две. Мастер, наш герой. Поздравляем, блокбастер Брахмаджи. Вы получили престижную кинонаграду. Что чувствуете? Мне сказали, что я провалюсь. В сети даже писали, что я продаю свои участки. Фильм «Полицейский убийца» стал блокбастером и принес мне «Черную леди» за лучшего героя боевиков. Это все благодаря мне. Чего-чего? Благодаря нам. Другой разговор. Я благодарен тому, кто придал мне силы. Паталам Баба. Паталам Баба? Да. Бьет по руке, меняются линии. Бьет по голове, меняется судьба. Он ударил меня везде, и мысли о неудачной карьере мигом улетучились. Слава Паталам Бабе! Мы жизнью рисковали, а он тут распелся о Паталам Бабе. Этого болвана, его мать и отца. Другая причина моего успеха. Он скажет о нас. Моя бабуля Муни Амма. Бабулька? Да. Она желала моего успеха, когда я утопал в провалах. Питалась раз в день и ела лишь фрукты. Пусть хоть лепешки ест эта бабулька. Этого болвана, его бабульку и бабульку бабульки. Господин Брахмаджи, фильм стал хитом благодаря экшн-сценам. Говорят, это заслуга мастера по трюкам опасного Дэвида. Что скажете? Сейчас обо мне расскажет. К черту опасного Дэвида. Он только набивает себе брюхо арбузами. Я сам придумал трюки. Говорят, вы пользовались каскадерами. Ни страховки, ни веревки. Одна лишь надежда. Слава Паталам Бабе! Выжал из меня сок и даже не похвалил всю семейку этого болвана! Эй, Брюс Ли, какая-то Рия загрузила фотки, где ты в форме легавого. Они стали популярными. 1000 лайков и комментов. Хочет за мой счет прославиться? Дай-ка адресок. Брюс Ли, преподай ей урок, чтобы другим было неповадно. Сейчас увидишь. Плевать, что девушка, ответь хорошенько, точняк. Рия? Рия Рао? Эй, где это Рия? Ух ты, суперкоп! Он здесь. Сэр, прошу автограф. Эй, погодите, где это Рия? Tell me when you gotta keep me away from all. Keep it on, bring it on, what you waiting for. Baby girl, let me tell you this, you broke my... Боже, не могу поверить, сэр. Я ваша большая фанатка. Благодаря вам мы можем спокойно спать даже без Кандеора. Чего-чего? В смысле, зная, что мы в безопасности. Сэр, бросим. Ну-ка, тихо, не беспокойте его. Сэр, я кое-что покажу. Идемте. Конечно. Мы разрабатываем игру «Суперкоп» по вашему образу. Чего-чего? Вы станете героем игр, как Человек-паук или Супермен. Мы сами хотели вас пригласить, но вы уже здесь. Кстати, а зачем вы пришли? Чтобы навалять тебе. Он в смысле, чтобы задать вопросы. Вы выложили мои фотки в Facebook. Откуда взялась идея? Откуда ей взяться? Все идеи приходят легко. Разве такие кадры часто встречаются? Нет. Вот поэтому я и загрузила. А если полиция увидит? Это же опасно.
Похоже, констебль обзавидовался вашей популярности. Я констебль? Я понял эту малышку. Как возникает пауза, она сама заполняет ее, как ртуть. В любом случае, игра будет готова через неделю. Приезжайте на запуск. Конечно. А можно селфи? Да. Мы приехали обругать ее, но почему-то язык не повернулся. Это слабость перед дамами. Точно, девушка слабовата. Я вообще-то про тебя. Слушаю, Рави. Сэр, убийство в Гранд Редженси не связано с террористами. Это большой заговор. Имеются улики, сэр. Не обсуждай это по телефону. Где ты сейчас? В Секундерабаде. Срочно приезжай к церкви Алвал. Сэр. Выкладывай, Рави. За атаками стоит Дипа Крадж. Где улики? Прости, Рави. На мой взгляд, в полиции есть три этапа. Этап первый — нагрев. Молодая кровь. Этап второй — остывание. Мы все остываем. Этап третий — бесстыдство. Чего у нас не занимать? Я на третьем этапе. Нагреваешься ты или остываешь, но для меня полиция остается полицией на любом этапе. Это понятно? Я засомневался, когда ты велел ехать сюда. Поэтому не захватил улики с собой. Даже если вся преданность вытечет из него, я должен получить улики. Взять его. Катаю СМС-ку, дорогой папа, я уезжаю по делам на 10 дней. Мартан, вопрос щепетилен. Будь вне поля зрения. Наблюдала за мной, сфоткала, а теперь игру мне посвятила. Правда, фанаты бывают разными. Она фанатеет не от тебя, а от твоей формы. Если узнает, то от фанатизма нифига не останется. Да иди ты, фанаты так легко не сдаются. Видишь, она уже мне звонит. Алло, да? Приветик, вы где? На съемках. На съемках? Я в смысле, на перестрелке. Да, точно. Я могу приехать? Хотела все вживую увидеть. Режиссер против. Режиссер? В смысле, начальник полиции? Да, ты все правильно поняла. Вообще-то, я хотела поговорить с вами. Я тоже хотел тебе кое-что сказать. Отлично, приезжайте вечером в кафе Ганди. Приеду, как свернем съемки. Свернем? Я в смысле, после заставы. Запрячу бандитов и сразу приеду. Ладно, супер, спасибо, пока. Пока. Эй, Брюс Ли, а мне можно? Зачем? Хочу увидеть, как ты скажешь правду. Баба Джи, я избавлюсь от Дэвида и его команды в следующем фильме. Они мне уже надоели, Баба Джи. А если я тебе надоем? Что вы, Баба Джи? Вы мой бог, правда? Если их убрать, они останутся без работы. Отпусти веревку. В этот раз, Баба Джи, я... Помогите! Эй, Дэвид, где тебя носит? Слава поталам, бабе! Для видеоигры «Супер Коп» мне нужны кадры столкновения полиции с бандитами, ее техника борьбы с ними или перестрелки с помощью оружия. А почему вы так тащитесь от полиции? Я в смысле, почему одержимы ею? Сэр, полицейские ведь рискуют жизнью из-за своей профессии. Каскадеры ведь тоже рискуют одинаково. Всегда есть сомнения, вернется ли полицейский домой, чтобы выпить кофе после службы. Каскадеры тоже остаются без кофе. Они вечно рискуют упасть из-за сорванной веревки. Посвятите лучше им игру. О чем вы говорите? Они ведь помогают героям, а не стране. Полиция несет службу, когда они спят спокойно. Как будто у нее бессонница. А какова ваша следующая операция, сэр? Следующая операция. Следующая операция? Захват паленого алкоголя. Вы тоже это расследуете? А что, есть вариант? Даже моя подруга-журналист серьезно расследует это дело. Вообще-то... Если возьмете меня с собой, я смогу сделать снимки. Вы что, это невозможно? Прошу, сэр. Прошу, прошу. Начальник будет против. Прошу, возьмите меня с собой. Прошу. Ладно. Эй, скажи правду. Эгоист, чертов. В чем дело, сэр?
У моего друга серьезные проблемы. Почему не покажете его доктору? Его девушка без ума от докторов. Интересно, продолжайте. Мой друг начинающий актер. Однажды он играл роль доктора. Та девушка влюбилась в него, приняв за доктора. Вот он и продолжал ей пудрить мозги. Ему лучше открыто рассказать ей о своей настоящей профессии? Или лучше скрыть, побаиваясь ее реакции на правду? Лучше выложить все разом или же раскрывать правду постепенно? Лучше сорвать с себя маску или же скрываться под ней? Ну так говорить ему или нет? Есть вероятность, что от правды может пострадать их дружба. А еще есть вероятность того, что из-за лжи она может возненавидеть его. Если ей важна его сущность, а не их близость, то вполне возможно, она его бросит. Сразу расскажет или расскажет постепенно, ему все равно суждено получить по шее. Вы сказали то же самое, что и я. Оба сказали ерунду. Молчи. Чего празднуешь, если мы облажались? Правильно, что не сказал. Чего-чего? Не говори ей пока правду. Эй, то есть ты хочешь сказать, что надо отпраздновать, когда она сама узнает правду? Да? Это же... Здрасте, сэр. Добрый вечер. Ну что, болваны, получили гонорар? Да, сэр, купили выпивку. Проспитесь потом, больше эти идиоты ни на что не годны. Ну, пока. Сэр, сэр. Чего тебе? У вас в машине алкоголь. Поедите налево, там идет проверка. А если направо? Там все чисто. Спасибо. Ты забыл его унижение? Я его подставил. Серьезно? Справа идет проверка. Прошу, сэр, дуньте. Все в него дули, я не буду. Сэр, все СМИ за вами наблюдает. Я могу помочь. Ну же, сэр. Вы не на дегустации, а на проверке, сэр. На проверке вы куда лучше, чем на съемках. Сколько там? 90. Еще бы десятку и был бы стольник. Заберете машину, когда заплатите штраф в суде. Поймать или не надо! Идем, детка, меня спецом подставили. Слава поталам, бабе! Сэр, вы протестировали его, теперь нас. Ну зачем? Ну, сэр, просим вас, просим. Ладно, давайте. Эй, давай ты первый. 150? Молодец. Сколько, сэр? 200. Ура, супер! Теперь я, сэр. Что? 200. 300. Алкотестер сломался. Я на минутку. Алло? Привет. Вы где, сэр? А вы где? А почему говорите шепотом? А вы почему? В библиотеке? На алкогольном заводе. Что вы там делаете? Мы с подругой-журналисткой проникли на завод паленого алкоголя. Мичал-35А, сектор 2. Если приедете, то конфискуете партию и арестуете бандитов. Неважно, выбирайтесь оттуда. Приезжайте быстрее, вас сэр. Увидят. Это рискованно. Черт! Нас засекли. Алло? Алло? Зачем ты солгала, что нас засекли? Чтобы приехал быстрее. Где девушки? Девушки? Господин, где девушки? Ты кто такой? Неважно. Говори, где девушки. Кто ты? Полиция. Полиция? Хоть он и без формы, но он еще тот полицейский. С его приходом все бандиты покоятся в центральной тюрьме. Одни проблемы из-за нее. Убить всех троих! Сообщи всем каналам и приезжай быстрее. Полицейский участок. Сэр, сэр, это мы вам звонили. Ваш офицер в одиночку позаботился о бандитах. Мой офицер? Да? Кто? Вон тот.
Начальник, вы сегодня в форме. А вчера голым был, что ли? Я Рамджи, главинспектор Мадхапура. Кто-кто? Я Рамджи. Джи, моя фамилия. Что за приколы такие? Фальшивые усы нацепили? Боже, они ведь настоящие. С какого ты отдела? Из убойного? Из спецназа? Или же ты под прикрытием? Когда сталкиваюсь с преступлением, то мне все равно на его характер. Будь он гражданский, уголовный, политический или личный. Гнев просто накрывает меня. Эй, куда пошел? А ну вернись! Сэр, можно пару слов? Алло? Гуруджи, где вы? Здесь, на съемках. Ваш отец ходил налево? Фу-фу, нет, конечно. А мама? Верность ее второе имя. Кто же тогда согрешил, Гуруджи? В смысле согрешил? Гуруджи, поговорим за выпивкой, а это большая новость. Ладно, приезжай пораньше. Ладно, Гуруджи, пока. Этот начальник строит из себя героя перед СМИ, а это ведь ваша заслуга. Идемте. Бандиты сбегут, если я приду. Я пошел по делам. Значит, вы под прикрытием? Да, иногда. Вы работаете, не раскрывая себя. Вы вправду классный, сэр. She made me fall, tell me what you gotta keep me away from all. Keep it on, bring it on, what you're waiting for. Baby girl, let me tell you this, you broke my heart, yeah. She made me fall, tell me what you gotta keep me away from all. Keep it on, bring it on, what you're waiting for. Baby girl, let me tell you this, you broke my heart, yeah. Ari, 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 anuve. Uttustunnave. Ari, 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 anuve. Munchastunnave. A sunny, sunny morning, anuve. Paniti salle, manasunu thadipe, madhyanam nuve. నా నెక్లెస్ తోడు సాయంత్రం నా వెన్నెల రాత్రి ఏకాంతం నడి నిద్ర చరిపే సంగీతం నువ్వే నువ్వే అట్టప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు చూడు నాతో నీవుంటావు చుట్టూ రంగులు మారే పగలూరే నువ్వై కనిపిస్తావు అట్టప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు చూడు నాతో నీవుంటావు చుట్టూ రంగులు మారే పగలూరే నువ్వై కనిపిస్తావు Tell me what you gotta keep me away from all. Keep it on, bring it on, what you're waiting for. Baby girl, let me tell you this, you broke my heart, yeah. Mini glamour gani andam secret yemitani gani vini eru gani mella mella meru pule so many. Я прикрыл нелегальный завод. Кто бы ни стоял у истоков этого бизнеса, я поймаю и похороню его. У меня уже был опыт. Пойманный сидит за решеткой. Сэр, не воспринимайте его всерьез. Я же ваш домашний питомец. Я вошел в транс, когда СМИ поставили микрофоны передо мной. Виноват совсем другой.
Ты кто же? Дайте недельку, я его поймаю! Дебил, тебе неделька нужна! Отвечай мне! Дипак. Аль-Джихад заявила, что не имеет отношения к убийствам в Гранд Редженси. Этот взяточник пришел вовремя. Председателем судебной комиссии назначен судья Рам Бхупал. Мартант, этот вопрос касается моей собственной жизни. Я не потерплю оплошностей. Обзаведись нужными связями и подкупи этого судью. Эй, Рамджи, сэр, побыстрее выясни про ублюдка, проникшего на мой завод, иначе я тебя... Уже неделя, как Рави отправил смс-ку. Он каждый день отзванивался мне. Что же случилось? А что случится, дядя? Полиции хватает миссий и секретных операций. Точно, Брюс Ли не понаслышке знает о проблемах полиции и самих полицейских. Подойди, я прав, да? Брат, не волнуй. Сэр, вы в моем доме. Думал, что ты сотрудник, которым гордится компания. Но ты и нас заставил гордиться. Простите, сэр. Рамчандра Рао, я пришел к тебе по важной причине. Рахул? Это мой сын. Присаживайтесь, господин. Спасибо, дядя. Он наш единственный сын. Закончил МДА в Гарварде. Когда мы искали ему невесту в своем кругу, ваш босс сказал, что невестка должна войти в дом не ради статуса, а ради того, чтобы стать нам дочерью, которой у нас нет. Мне эта мысль понравилась. Он увидел ее накануне церемонии и предложил Рахулу. Сынок с радостью согласился. Буду счастлив, если ты дашь добро. Даже не знаю, что сказать, сэр. Никак не могу поверить в это. Дочка Кавья, здесь решается твоя судьба. Не подумай, что мы принуждаем. Соглашайся, если наш сын тебе понравился. Ответь, дочка. Молчание многое говорит за девушку. А кто этот молодой парень? Это наш сын. А чем он занимается? Работает в киноиндустрии. Прости, приятель, я не любитель фильмов. Он не снимается. Клон героев. Не клон, сэр, а каскадер. Какая разница? Он первый принимает риск, а значит, настоящий герой. Спасибо, мэм. Вот бы всем таких знаний. Рамачандра, назначим помолвку после госэкзаменов вашей дочери. Хорошо, сэр. Какой сэр? Зовите меня сватом. О, а здесь вся улица. Хорошие новости для вас. Я собираюсь породниться с вашим Рамачандрой. Видала? Сам председатель приехал просить руки моей умницы. Это моя заслуга. Кохли выбил сотню, но кубок забрал Донни. Отец сатиры прям. Однажды и тебе выбьют руку или ногу. Дочка, вели будущему мужу взять из жалости на работу твоего брата-инвалида. Брат, хотите кофе? Картик, как тебе парень? Понравился? Ты не видела его? Ты ведь видел его. Он как Брюс Ли младший. Потрясный. Точно, он клёвый. Ладно. Ты выбрал для меня, теперь я выберу для тебя. Без шансов, выбор уже сделан. Да? Кто она, брат? Ничего особенного, сестра. Ты засмущался, значит, все очень даже. Он кружит, как по кольцевой дороге. Эй, познакомь нас, пожалуйста. Для этого я сам должен все прояснить. В чем дело? Все эти дни я волновался, чтобы признаться вам. Столько ночей не спал. Мне не по себе, скажите, в чем дело? Короче, я понял, что полиция — это не мое. Я подаю в отставку. Подаете в отставку? Хочу присоединиться к опасному Дэвиду. За такой же уровень риска мне будут больше платить. Ежедневно 4,5. 1200 за стекло, 1500 за прыжок и 1800 за падение. Двойная оплата после 6. Есть развозка, 3 вида закусок, 2 мясных блюда, чай, кофе, печеньки, напитки. Питки и бутерброды. Эй, почему вы плачете? А из-за чего, по-вашему? Мы спали спокойно, рассчитывая на вашу храбрость. Как нам теперь быть? Я могу купить вам снотворное. Что вы мне купите? Я игру проектирую, а вы тут в отставку подаете. Я думала, именно хватит, вы потише, очистите это прошу. Грязное общество. Что потише, нам теперь потише, делать? Тише, хватит. Я сказал это в депрессии. Если депрессия, идите к психиатру, не подавайте в отставку. Ладно, не подам. Успокойтесь. Обещаете? Ладно, обещаю. Я не уйду из полиции до самой пенсии. Окей?
Я так мечтала сесть за руль полицейского байка. Если захотите прокатиться, то сразу звоните мне. Я так испугалась, когда вы сказали об отставке. А я испугался, увидев вашу реакцию. Никогда больше. Никогда. Договорились? Ладно. Вот сюда. Ого! Думал, тебе только этого не хватало. Не стыдно, что девушка тебя катает? Пхайсап? А вы кто? Пхайсап? Ты телугу вместе с отцом позабыл? А ну, чоп? Дядя, вы обознались, он офицер полиции. Офицер? Это он так сказал? Он и вам мозги запудрил. Что за багвас? А ну, чоп? Придуриваешься, да? Малюм, кто я? К чему этот паришан? На хинди запеликал. Достаете, мадам? Я засажу вас в тюрьму. А ну, чаль отсюда! Эй, давай, чаль, чаль! Чалё отсюда! Чалё, чалё! Знаете, а я все поняла. Что поняли? Что его сын похож на вас. В этом ваш плюс. На ходу все улавливаете и не озадачиваете других. Эй, давай быстрее! Время уже на исходе! Эй, кстати, куда делся Брюс Ли? Я звонил ему. Идиот безмозглый! Я ищу сына, но мне звонит отец. Слушаю, дядюшка. Черномазый динозавр, не зови меня так. Где идут съемки? В семье Акрах, сэр. Мой сын там, чтобы ответить. Да, он здесь. Да? Дай ему трубку. Вот я влип. Брюс Ли висит на веревке. Спустится через полчаса, простите. Он пытается что-то скрыть. Пойду-ка на съемки. Да, еще один. Вы выпили уже 4, он ведь денег ждет. Кто сказал, что полиция платит? Гони еще. Считайте себя полицией. Нацепили форму, исполняйте свой долг. Еще и усы нацепили. Тот парень их дергал, теперь вы дергаете. Вы идиот? Идиот? Эй, эй, стой! А ну стой! Стоять! Сэр, начальник на линии. Спектакль они тут играют. Сейчас устрою. Эй, не виси как труп. Примени язык тела. Язык тела, понимаешь? Это значит, что... Тот парень и вправду был офицером. Я зря ему врезал. Эй, Дэвид! Дядя, выглядишь как бык. Какой я тебе дядя? Где сын? Дядя, дело в том... Отвечай, ну! Его нет? Дядя, ты врешь мне. Его здесь нет. Вот он! Папа, вы приехали на съемки? Нет, я мимо проходил. Я сейчас разобью стекло. Идемте. Не надо, я уже ухожу. Ладно, папа, пока. А во сколько ты придешь домой? Что с вами, отец? Да так, ничего. Похоже, у этого динозавра тоже есть двойник, как у моего сына. Доброе утро, сэр. Ты где? Делаю покупки. Мне завод прикрыли, а ты тут закупаешься. Жирная свинья. Я тайно расспросил о нем во всех участках, сэр. Я не знаю, кто он и откуда взялся. Скорее всего, он под прикрытием. Сэр! Девушка! Твоя девушка? Не моя, господин, а того парня. Она здесь. Следи за ней, мои люди едут. Принято, сэр. Кто вы такие? Слава богу, проблема решена. Сэр, девчонка у нас. Отлично, я еду. Хорошо, сэр. Секунду, мастер. Алло? Где вы? А почему снова шепчете? Вы где? Я на складе в Хавале. Здесь столько денег. Приезжайте с рейдом. Что вы там делаете? Меня силой притащили. Ладно. А где вы точно находитесь? Меня похитили прямо от ТРЦ и Норбит. Не могу сказать, где я точно. Хорошо. Включите GPS на телефоне. Супер идея. Вы клёвый полицейский. Хорошо. Рия? Госпожа Рия? Госпожа Рия! Эй, ты кто такой? Полицейский. Если он заточит на вас зуб, то вам даже снотворное не поможет. Эй, давайте подарим нашему боссу труп этого мерзавца. Thank you.
Супер! Да-да. Ваш офицер тут дерется, а вы сидите под кондиором и белья не поедаете. Как вы догадались? А вы кто? Рия. Я скажу адрес. Пришлите подкрепление. Опять 25. Эй! Сэр! Засунь белья не в холодильник. Да, сэр. Эй! Сэр? Туда едут СМИ и вся полиция. Быстро уберите оттуда того полицейского и выскочку. Хорошо, сэр. Почему так поздно? Вы медлительный, как бегемот в водоеме. Видели деньги? Просто чума. А где сам, сэр? Вон там. Ваши рейды подняли нам рейтинги, сэр. Вы всем дали жару. Мне тоже жарко. Что я сделал? Мне сразу позвонили, как все заварилось. Кто стоит за вымогательствами в Хавале, сэр? Позади или впереди, не знаю. Бог сам знает. Вы кого-то боитесь, сэр? Сделайте вот что. Напишите, что это он все сделал. Что будет с деньгами, сэр? Мы все конфискуем. А там уже суд решит, куда и что девать. Послушайте, бросайте работу под прикрытием. Видеть не могу, как слава достается ему. Забудьте о нем. Вы знаете, как я переживал за вас. Чего-чего-чего? Я переживал за вас. Чего-чего? Я говорю, что переживал. Mega meter, duve na ku lucky batter, kote tanga poster. Mega.
Сколько? Сколько? Сколько я потерял? Что мне делать? Он зациклил внимание на вас! Кто этот урод? Дебаг, следующий понедельник начнется дело Гранд Редженси. Он вечно спасает вовремя, подобно скорой. Я через всех копал на судью Рамбхупала. Он слишком честен и никого не слушает. Надо сказать так, чтобы услышал. Звук должен разрезать ухо, пересечь барабанную перепонку и дойти до его мозгов. Лишь тогда он услышит. Кавья, давай быстрее. 2 минутки, пожалуйста. Дядя сказал, что массовое насилие – важная тема. Мне высказаться за или против мультикультурализма? Что сама посчитаешь правильным, только расслабься. Расслабься и ступай резать овощи. Всякие каратисты да бойцы кунг-фу раздают советы будущим коллекторам. Для советов немного ума надо. Ну и флаг тебе. Пока, папа. Удачи, моя золотая. Хорошо, сдай последний экзамен. Спасибо. Удачи, сеструха. Спасибо. Пока, мама. Береги себя. Пока. Пока. Ну ладно. Хорошо, сэр. Продолжай. До свидания. В шоке от того, что я подошел прямо. Удивлен, что ты вообще пришел, зная, кто я. Хочу проверить твои ценности. За всю свою службу ты был строго беспристрастен. В общем, самой честностью. Но Рамбхупал, ты ведь тоже человек. У тебя тоже есть семья, есть дочка. Кстати, где она сейчас? Клёвый рингтон. Твоя дочь тоже вовлечена, как и я. Я насильно накачал ее наркотой и передал легавым. Ни одни улики не ведут ко мне. А вот наркота в ее крови скажет за себя. Ах ты ублюдок! Где моя дочка? В участке Мадхапура. Здрасте, сэр! Есть арестованные по наркотикам? Да, сэр, они за решеткой. Алло? Полегчало, когда не увидел ее там. Я испортил жизнь 4 девкам, чтобы пригрозить тебе. Моя жизнь в опасности, но жизнь твоей дочурки в еще большей опасности. Ты должен принять вызов. Я вытащу тебя сухим из воды, не трогай дочь. Спасибо, Рамбхупал. Ты получишь свое сокровище через 30 минут. Да. Сэр, мы ничего не знаем. Нас насильно затащили сюда. Сэр, прошу, помогите нам. Умоляем вас, сэр. Инспектор. Сэр. Освободите их. Сэр, вы не знаете правила? Возбуждено дело. Завтра они окажутся в суде. Тогда я вношу за них залог. Уже 4, а Мулу до сих пор нет. Позвоните ей еще раз. Звоню, мама. У нее отключен. В чем же дело? Смотрите, Амулу пришла. Мы все так волновались. Ну как, сдала экзамен? На отлично, брат. Значит, ты уже стала коллектором? А почему ты задержалась? После экзамена ходила с подругами в кино. Хорошо, папа. Yeah.
Эй, кто вы такие? Пожалуйста, нет. Папа всю жизнь мечтает сделать мою сестру коллектором. Пусть так и будет. Значит, ты уже стала коллектором? Я знаю, что ты не пошла бы в кино, не поделившись с нами оценками с экзамена, сестра. Мама, папа, я. Каждый миг думаем лишь о твоем будущем. Если что-то случится с тобой, сможем ли мы жить дальше? За что так, сестра? Что бы ни случилось, я ведь... всегда рядом. Расскажи мне. Когда мы вышли, сдав экзамен... Если будет судимость, то меня дисквалифицируют. И тогда мне в жизни не стать коллектором. Поэтому я приняла решение покончить с собой. Сэр, это он разорил ваш завод. Деньги в Хавале уплыли из-за него. Сюда пришла не баба. Перед тобой, мужик. Я разыскивал тебя. Но ты сам заявился в мое логово. Я за секунду могу прикончить тебя. У меня волосы вставали на дыбы при одной мысли о тебе. И спокойствия ради, я хочу увидеть, как мои люди забьют тебя, словно оленя из канала Discovery. Я покажу тебе, что такое охота. До самого конца ни одна мольба не услышится, и ни один мускул не дрогнет. Будут лишь отзвуки! Будут лишь отзвуки! Yeah.
На этой флешке есть улики того, что эти ублюдки насильно накачали девушек наркотой. Сэр, я думал, что вы из Интерпола или являетесь тайным агентом ЦБР. Раз вы взялись за него, значит, вы точно из контрразведки. Забудьте обо мне. Снимите с девушек обвинение и заведите на него дело. Иначе я вам тут... Нет, сэр, я понял его уловку. Я освобожу девушек и засажу его за решетку. Допрашивать надо бандитов, вроде вас, а не полицейского, вроде меня. Эй, быстро к гостям! Хорошо, дядя. Где носится этот противный пацан? Ушел по своим делам. Вечно его выгораживаешь! Эй, не туда! Лучше повесить другую сторону! В курсе, что у сестры помолвка? Где был всю ночь? Ты хоть чувствуешь ответственность? Она идет в уважаемую семью. Будешь помогать или нет? Никчемный болван! Палец о палец не бьешь! Я обругал его, а он подошел и обнял меня. Простите, на секунду. С тебя уже сняли все обвинения. Ты станешь коллектором. Прими скромный подарок от своего братишки. Ты и есть самый большой подарок в моей жизни, брат. Спасибо. Перестань, сестра. Проходите, господин. Сюда, господин, идемте. Мой сын, моя жизнь, все мои старания для него. Кто он? Кто он? Он точно из полиции. Но мы не знаем, из какого именно он отдела. Выясните это. Малини, я... А ну, не трожь. Я буду считать тебя мужем лишь тогда, когда поймаешь ублюдка, отправившего моего сына в кому. Мой сын между жизнью и смертью. А ты на помолвке прохлаждаешься? Он и моя кровь. Я не вздохну спокойно, пока не найду того урода и не прикончу его. Помолвка шикарная. Значит, и свадьба будет такой. Я так счастлив, сестра. Я все же боюсь, брат, что ты можешь пострадать из-за того случая. Прежде чем убить его, я перережу всю его семью и заставлю осознать, какую чудовищную ошибку он совершил. Если кто-то обидит мою семью, я не только рискну своей жизнью, но и покажу обидчику смерть в сантиметре от него. Thank you.
Прошу, сэр, не убивайте! Если скажешь, где 100 миллионов от ограбления банка, иначе я не только тебя, но и твою семью убью. Расскажу, но только 50 на 50. Хорошо, по рукам. Говори. Я спрятал их на Golden Bakery. Не ответил. Хотел напасть. Я оборонялся. Забрать труп. Хорошо, сэр! Алло, Мартан Джи? Бакул, срочно прилетай в Хайдарабад. А в чем дело? Не по телефону, расскажу при встрече. Хорошо, сэр, прилечу. Бакул Лал, замкомиссара Патны в северной части. Превосходный коррумпированный убийца. Не только бизнес, но и мой сын в опасности. Не щадите его семью. И помните, я избран в законодательный совет. Действуйте аккуратно и никаких улик. Бакул не просто убийца. Он еще и коп. Он мастер делать все по-тихому, не оставляя следов. Вот отлично. До того, как убить, я хочу понаблюдать за ним. Господин Бакул, вот здесь находится офис его девушки. Господин, а вот и она, его девушка. Господин, вот и сам полицейский. Зачем просили приехать? У меня есть сюрприз. Какой? Увидите. Поехали. Послушайте, может расскажете? Я хоть подготовлюсь. Я же сказала, сюрприз. Езжайте быстрее. Ладно. Где он? Господин, мы упустили их. У вас дверь открыта, закройте. Спасибо. Я понял ваш сюрприз. Внутри творится ужасно, и вы хотите, чтобы я провел рейд? Это вообще-то мой дом. Ой, простите. Проходите. Что за хоромы? А это кто? Как делишки? Здесь собралась вся моя родня. Какое-то событие? Да. А какое? Привет всем. Привет. Привет. Привет, это Картик, самый честный коп в городе. Гроза всех бандитов. Ух ты, круто! Картик, мне нравится ваша смелость, целеустремленность, преданность и уверенность. Вот я и подумала, устроить сюрприз, сделав вам предложение. Я всегда мечтала выйти за офицера полиции. И сегодня, наконец-таки, моя мечта исполнилась. Ответьте нам, вам нравится наша Рия? Можно вас на пару слов? Нет, 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 нет. Рия призналась перед всеми, теперь ваша очередь. Всего на 2 минуты. Одна нога там, а другая здесь. Для этого нужно разрешение ее отца. Он вот-вот подойдет. Отца? Да, Картик. Он приехал прямо из Дели. А вот и мой папа. Он коп? А почему у вас реакция какого-то вора? Ну, я... Он не знал. Вот и обомлел. Точно. Почему не рассказали? Не подвернулся случай. А откуда ему подвернуться? Послушайте, он не просто полицейский. Он гендиректор разведбюро. У него сверхмощная должность, сэр. Он сам тоже сверхмощен. Он боготворит свои усы и ненавидит обман. Ладно, мне пора, сэр. Эй, вы куда? Он сейчас придет. У меня срочная операция, мне пора. Давайте я доложу брату. Это не простая операция, а операция на геморрой. В этом возрасте? Не мне, сэр, а моему отцу, он адски страдает. Подождите хотя бы 2 минутки. Не могу, пожалуйста. Геморрой ведь не у тебя. Кто это такие? К чему такая охрана? Есть у меня один хакер. Алло? Стивен. Сэр. Я сейчас вышлю адрес. Выясни про жильцов. Хорошо, сэр. Привет, папа. Это Картик. Здрасте. За всю свою карьеру я не видел такого салюта. Я волнуюсь. В честь чего? Из-за операции, сэр. Геморрой. Откуда будешь? С района Чентал. Я там вырос. Я про отдел. Где служишь? Я не помню отдел, лишь служу. Он просто нервничает, папа. Да, я дам ему расслабиться. Идем на задний двор. Секунду. Что это? Почему не хотели поговорить, когда я просил? Идите, идите. Идем, юноша. Сэр, погодите, сэр. Рия, не волнуйся, Девери, он точно понравится. Сэр, это дом начальника разведбюро Бхардваджа. Спасибо, Стивен. Дом начальника разведбюро Бхардваджа. Поехали отсюда. Ты сильно распереживался. Почему соврал Рия, сказав, что ты офицер полиции? Я знаю, что ты каскадер.
Я знаю, откуда ты, с какого дома и какой виски ты пьешь. Я начальник РБ. И поминутно знаю обо всем, что происходит с моей дочкой. Рассказать правду, сэр? Именно ради нее я приехал из Дели. Я пытался объяснить ей, сэр, но меня всегда останавливала ее реакция. Я понял, что люблю ее, даже сейчас пытался сказать, но она не послушала. Если позволите, я отведу Рию в сторону и обо всем ей расскажу, только не ругайте. Не расскажешь. Сэр, я хочу поручить тебе миссию. Пока не выполнишь ее полностью, ты и слова не проронишь Рии. Миссию? Ты знаешь наркодилера Дипа Караджа, которого отправил в кому? Он сын Джей Раджа. От второй жены. У него есть вторая жена? И вторая личность. Он преступник. Он совершил множество убийств. Перебил всех полицейских, заводивших на него дела. Против него нет улик. Не верю, что Джей Радж, сватавшийся к своему сотруднику, способен на такое. Твоя сестра придала бы положительный статус его имиджу. Все потому, что у него политические амбиции. Он метит в парламент, а чуть позже попытается попасть в кабинет министров. Именно поэтому папка со всей его деятельностью попала в наш отдел. Вот тогда-то я и узнал несколько неожиданных фактов о Джей Радже. Он стал доверенным лицом Харишчандры Прасада, председателя Васундхара Лабораторис. Харишчандра выдал свою единственную дочь Васундхару за лучшего лондонского бизнесмена. У них родился сын Рахул. Когда ему исполнилось 2 года, его отец погиб в автокатастрофе. Харишчандра Прасад не смог смириться с тем, что его дочь стала вдовой. Воспользовавшись ситуацией, Джей Радж попросил руки Васундхары. Харишчандра очень обрадовался и вместе с дочерью отдал ему и свою компанию. Но Джей Радж уже был женат и имел сына. Он сделал все возможное, чтобы скрыть эту правду от всех. Сын Джей Раджа угрожал судье, взявшего дело о массовом убийстве в Гранд Рэнджесе. Это значит, что Джей Радж определенно связан с бойней в отеле. Как только он станет главным министром, его сила возрастет. Надо доказать, что он преступник. Источник его силы – Васундхара Деви, глава Васундхара Лабораторис. Как только она узнает его истинное лицо, считай, что ему конец. Она не пощадит его. Только ты можешь подобраться к Джей Раджу через своего отца. Поэтому я и выбрал тебя для этой миссии. Что скажешь? Я сорву его маску перед Васундхарой Деви. После этого не то что Джей Раджа, но даже его фото не будет в доме. Мы покажем ему безумного Макса в нашем настоящем Аймаксе. Брат вернулся. Рия, мне понравился картик. Хороший выбор. Спасибо, папа. Спасибо. నేను నడిచా నీడగా
నిన్ను తాకి వీచుగాలే పీల్చుకున్న శ్వాసగా నిన్ను నన్ను జంట కలిపి మనం లాగా మారగా మనం అన్న మాటే ఎందుకు ఉన్నదొక్కరైతే దూరం ఎక్కడుంది మనసులు మనసు కలిసిపోతే అంతగా నీ సొంతమై ఏ నప్పికి నేనుంటానంతే లెచ్చలో ఎక్కడికో నన్ను లెచ్చలో Это офицер РБ избил моего сына и прикрыл мой бизнес. Я избираюсь в парламент. Разведбюро должно дать характеристику моей деятельности. Придется всем помолчать в тряпку. После этого не щадите никого из его семьи. Как придет время, я свяжусь с вами. Ты всегда рисковал жизнью ради нас. Теперь мы позаботимся о твоей сестре и будем ей опорой. Спасибо, мастер. Какие планы, Брюс Ли? Я должен попасть в компанию Джей Раджа. Хорошо, скажите, сэр. Твой отец никак не мог тебя уговорить. Почему именно сейчас решил? Возьмите просад, отец. Твой день начинался с тренировок. С чего вдруг переклинило? Похмелье? Просветление, отец. Святой Паталам Баба явился ко мне во сне. Сказал, что останусь каскадером, если не послушаю вас, и не стану суперменом. А я взял и ляпнул. В чем разница, уважаемый? Он популярно объяснил, что один летит вниз, а другой вверх. И я сразу принял решение. Какое? Папочка, если вы помилуете меня, то я попрошусь в вашу компанию. Или не стоит? Ты что, я счастлив. Готовься, мы едем к боссу. Спасибо. Мистер Ратнам? Мадам. Мача Мутьям знает моих организаторов. Пригласите их и закончите приготовление к свадьбе. На 30% комиссии можно купить акр земли. Мадам, я говорю не потому, что старше вас, а потому, что это единственная свадьба в нашем доме. Я обо всем позабочусь. Эй, мы не стрижем волосы сами себе. Надо довериться профессионалам. Мистер Ратнам, зачем вы так? Расслабьтесь и наслаждайтесь. Спасибо, мадам. Сэр, это участок в Бангалоре, а это в Калькутте. Здесь ворота, ничего. А вот здесь хороший вид спереди. Ладно, определись. Как будет время, поедем на оформление. Хорошо. Пришел Рамачандра Рао. Пусть заходит. Мой сын поумнел и захотел работать в вашей компании. Если вы позволите, то... Ты молодец.
Мы всегда рады принять в команду новичков. Отличное решение, Картик. Спасибо, мэм. Дорогой, ты скоро с головой будешь в политике, если Картик нам поможет. Но ведь я правая рука, мадам. А у вас нет правой руки, сэр. Я стану ею. Верно. Картик – это мистер Мачамутьям, эксперт по снижению расходов. Ежегодный корпоративный ужин обошелся всего в 5 миллионов. 5 миллионов? 5 миллионов за то 100 блюд! Напитки и угощения без ограничений. Крабы, омары, кролик под соусом, чикен карри, чикен тика масала, лепешки тандури, бирьяни с бараниной, королевский бирьяни, чикен баттер. Еды столько, что места не хватит на тарелке. И в желудке тоже, все выкинут в мусор. Можно подать вегетарианское меню всего за 500 тысяч. Сохраним здоровье персонала и свои кошельки. Хорошая идея. Ужасная идея. Сотрудники сильно расстроятся от гороха и чечевицы. Устроим молитву в этот день. Все почувствуют набожность. Остальные деньги закиньте в фонд образования для детей и сотрудников. Многие из них не имеют возможности обучать разом двоих детей. Отличная идея, мистер Мача. Я решила. Делайте, как он сказал. Хорошо, мадам. Рамачандра Рао. Не сотрудник, а алмаз. Мача, сэр, объясни Картику детали нашей работы. Хорошо, сэр. Мистер Мутьям, вы верно сказали. Если стричься у недотёпы, то можно остаться лысым. Зашел и все сразу выпалил. Столько убытков из-за тебя. У вас? Нет, у того, в жакете. Срубил бы 30%. Ну, значит, я спасен. Нечего выпендриваться перед ними. Уважай иерархию. Какая бы идея ни пришла в твою голову, сразу же беги сообщать мне. Тогда вы рискуете влететь. Ну и пусть, я сам все улажу. Слушай, поклянись богом Хануманом. Вы меня поймали. Ладно, босс. Какой босс? Парни из бара так зовут. Босса зовут боссом, а не барменом. Ладно, тогда я босс. Носитесь с папкой, как священник с Библией. Боже мой! Эй, не трогай папку, это сугубо личное. Отличный Картик. Спасибо, сэр. Ты успешно внедрился в логово. Каков следующий ход? Для этого мне нужен туповатый шут из вашего отдела, сэр. Что? Никчемный, но с железной волей. Безмозглый, но с большой уверенностью. В нашем отделе есть идеальная сорти из всех этих качеств. Он прощается с мозгами, когда заступает на службу. Интересно, а кто он, сэр? Сузуки. Сузуки? Мать Хонда, отец Марути. Из союза получился Сузуки. Сузуки Субраманьям. Он же Питер, он же Покоди. Отчаяние не выносит. Депрессию не скрывает. В честность не верит. Все операции, в которых он принял участие, провалились. Он твердо верит во все свои бредовые идеи. Он пересек границу для поимки афганских террористов, но попал в цирюльню. В течение полугода никто туда не приходил, вот он и сбрил кому-то бороду. За это его побрили и посадили на осла. Он до сих пор не понял, почему никто не бреет бороду в Афганистане. Мне именно такой чудак и нужен. Где он, сэр? В баре. Он так рано пьет? Он не пьет, а хочет поймать гангстера по имени Тайгер Пхай. Он устроился официантом и поджидает его. Я просил белки, а не ножки, тупица. Ой, ошибся. Сейчас заменю, сэр. Я просил ножки, а не белки, тупица. Ошибся. Сейчас заменю. Не легче ли поменять местами? Две ошибки. Я терплю это ради успеха в своей карьере. Эй, Покоди, пришел Шерпхай. Неси цыпленка и пиво. Шерпхай и Верпхай тут как тут. Нет, только Тайгер Пхай. Тайгер Пхай пришел. А что за Шерпхай? А как по-английски сказать? Тайгер. Я год его обслуживал, не знаю кто он. Ну что, болван, заново сделать заказ? Это я тебя закажу. Ты арестован. Я целый год обслуживал всяких идиотов, не зная, что ты и есть Тайгер Пхай, которого я ищу. Сузуки Субраманьям. Я же Питер, я же Покоди. Облажался на 16 боевых операциях. Неудача поселилась в моем заднем кармане. Но теперь все, ты у меня на мушке. Раз ты под прикрытием, то глянь на мое прикрытие. Мы под прикрытием, чтобы прикрывать вас, сэр. Прикрытие под прикрытием. Отлично. Эй, не оценивай алмаз по огранке, а копа по его росту. Спасибо, парни. Я счастлив своим первым успехом. Это твоя последняя миссия. Последнее порученное мной задание. Вы умираете, сэр? Сузуки, последняя миссия для тебя.
Значит, я умираю, сэр? Пойдешь на пенсию в следующем месяце. Боже мой, а ведь правда, из-за миссии позабыл о возрасте. Будь очень внимателен на этой миссии. Я в форме после первого успеха. Я буду рвать и метать. Не надо, просто двигайся с картиком. Начальник велел ходить рядом и делиться своим опытом. Ты должен играть. Я сыграю, если у персонажа есть свой характер. Игра должна быть простой, естественной и убедительной. Хорош! Я целый год играл цирюльника. 2 года терпел унижение официанта. 3 года нищенствовал у реки Муси. Торговал сушеной рыбой в жару без тапок. Никому не вычислить мое прикрытие. Его же раскрыли. Не стоит играть на публику. Надо играть для себя. Я могу профессионально сыграть любого на свете. Правда? Любого. Сыграйте обезьяну в разных ситуациях. Например? Обезьяна в ярости. У обезьяны жар. Хитрая обезьяна. В стельку пьяная обезьяна. Обезьяна замерзла. Супер! Вас прям не отличить от обезьяны! Если с таким же энтузиазмом приступите к миссии, то она обречена на успех. А если нет? То конец. Думали, что Уганда Угандар мертв? Вы не сказали, что племяш в коме, пока я сам не позвонил. Для таких ленивых, как вы, существует Facebook, Twitter, Skype или WhatsApp. Какой же вы отсталый? Вдох-выдох. Успокойся, пожалуйста, Линда. Почему приехал, оставив земли в Уганде? Какие земли? Вы скупили 1000 акров за 100 штук с неграми в придачу. За яйцо, хлеб, горстку кориандра они погонятся за вами, как в игре Temple Run. Линда, прошу, не доставай меня. Разве ты не знаешь разницы между пультом и клавиатурой? Вы бросили меня в Уганде, и эта Линда привязалась ко мне. Не отличает пульт от клавиатуры. Как ку-ку, Линда? Хватит меня доставать. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Перестань мне звонить. Вы тоже хороши. Какая нафиг помолвка, когда племяш лежит в коме? Как оправдаетесь, черт возьми? Вместо того, чтобы врезать обидчику сына, ты врезал моему брату. Малли, послушай меня. Малли, прошу. Здрасте. Здрасте. Малли, прошу. Иди. Простите, мадам, я не заметил вас. Ничего страшного. Почему вы так говорите, сэр? Простите меня, мадам. Все нормально. Простите меня с улыбкой, мадам. Сейчас как врежу, мало не покажется. Идиот. Спасибо. Я выполнил твое задание. Вы импровизировали. Но зачем я так? До сих пор вы использовали лишь мозги. Но для этой операции воспользуйтесь своим телом. Эй, Гири, отправите фотки Вину. Мадам, пригласительное стоит 5000, мы получим 20%. Комиссионных? Нет, скидки. Мадам, а это идет с сушеными фруктами и миндалем. 10000. С него еще больше выйдет? Я в смысле скидки. Есть еще подороже, мадам. На темный уголок жизни Джейраджа пролился свет. О чем ты, идиот? Я всего лишь прочитал заголовок. Что такое, Джейрадж? Все это брехня, Васу. Я мечу в политику, это дешевый трюк со стороны оппозиции. Какой-то фотошоп. Сэр чист как огонь, но что-то дымится. Мистер Ратнам? Мадам, я ем ваш хлеб и не могу просто промолчать. Я все понял, мадам. Что именно, Картик? Согласно языку тела, выглядят они как муж и жена. Этот садист-муж изводил свою бедненькую жену. Вот сэр и отругал его. По лицу что-то этого не видно. Эй, он ведь не актер театра. Он садист. Верно. Когда садист мучает, то его лицо светится от счастья, подобно факелу. Точно, я сейчас вспомнил. Я видел эту пару, когда навещал друга в больнице. Негодяй безжалостно изводил несчастную жену. Я не выдержал, подошел и сказал, что его жена подобна богине. Надо было не объяснять, а сразу избить подлеца. Сэр, для вас видеозвонок из Малайзии. Не волнуйся, Васу, отвечу на звонок и вернусь. Сэр объяснился перед семьей, но перед обществом. Мистер Ратнам, кого волнует очередная утка со стороны желтой прессы? Алло. Мадам, я из канала ABN. Вы за или против его незаконной связи? Хватит, это все утка. Вы ведь не вчера появились на свет. Пожалуйста. Мэм. Мы ставим получасовое шоу «Дома жена, а в больнице любовница». Все вам расскажем, если приедете в студию. Это все брехня. Кто?
Кто вы? Из НТВ? Нет, сэр, из ТВ-5. По поводу Джей Раджа, который любит ходить налево. Черт. Вы сказали про желтую прессу, но все СМИ уже в курсе. Что общество думает о господине? Босс, есть идейка насчет этой проблемы. Не знаю, кому сказать, вам или мадам. Ты поклялся на фотке Ханумана, скажи мне первым. Говори, что за идея? Давайте представим садиста и несчастную перед СМИ. Пусть скажут, что они супруги. Проблема решится. Мы оба сказали 50 на 50, но награду получу я. Люблю тебя, Раджа. Джей, все каналы названивают по этому поводу. Даже не знаю, что делать. Спокойно, Васу. Я ведь сказал забыть об этом. Не надо забывать, у меня есть идея. Очень даже замечательная. Если вам понравится, то подарите мне Альто. Получишь Ауди, говори. Если мы представим этого садиста с его бедной женой перед СМИ и докажем, что они и вправду супруги, то все проблемы как рукой снимет. Вот такая идея. Отличная идея. Мистер Ратнам, пробейте их адрес. Сэр, а как же Ауди? За что обещали Ауди, но вместо этого избили? Да тебя убить мало за такую идею. Идея мочи вовсе не плоха, сэр. Они ведь вовсе не супруги. То есть у вас роман? Это девушка, подруга из Фейсбука. Какая девушка? То есть та тетя. Когда я написал ей «Как ты?», она ответила: «Сын в больнице». Приехал навестить, но кто-то нас сфоткал и поместил в журнал. Проясните ситуацию, мадам. Ты ведь знаешь женщин. Они отдают жизнь, когда доверяют, и забирают ее, когда сомневаются. Надо постараться, чтобы у Васундхары не было подозрений. Я поймаю того незнакомца и заставлю сыграть ее мужа. Попросите подыграть свою подругу из Фейсбука. Перед СМИ они станут супругами, и проблема решится. Спасибо, Карти. Приступай. Хорошо, сэр. Моча, вы свободны, ступайте. Джирадж, зачем приходил офицер РБ? Какой офицер? Вот этот. Он не офицер, а сын моего менеджера, Рамачандры. Он и есть тот офицер, что закрыл твой завод со складом и отправил твоего сына в кому. Я видел его с начальником РБ. Твою же... Рамачандра. Сэр? Быстро в мой кабинет. Хорошо, сэр. Сэр? Рамачандра, твой сын офицер полиции? Я тебя спрашиваю. Чего смеешься? Он офицер полиции? Он даже экзамены провалил. Какой из него офицер? Нет, он врет. Он полицейский. Я сам видел. А, я понял, кого вы видели. Даже родной отец его спутал, вы уж тем более. Ты о чем? Есть полицейский, прям копия моего сына. У него есть девушка, и он свободно шпарит на хинди. Мой сын сроду не знает этого языка. Ты уверен? Сэр, как двоечник-каскадер может стать полицейским? Можешь идти. Хорошо, сэр. Судхакар? Сэр? Я вышлю фото, пробей про него. А вот так умеешь? Эй, вы видели этого парня? Наш Брюс Ли. Чем занимается? Каскадер. Как долго знакомы? С самого детства. А ты кто? Чего надо? Из полиции. Да, Судхакар? Его зовут Картик. Работает каскадером. Ладно, спасибо. Его отец сказал правду. У него есть двойник. Все равно нельзя рисковать. Да, сэр. Высылаю фото. Сломай главный сервер разведбюро и проверь базу данных по сотрудникам. Зовут Викрам Кумар. Работа в ИСП с 2012 года. Спасибо, Стивен. Подтверждено. Откуда ни подойди, все сходится. Странно. Алло, сэр. Как ты и сказал, они взломали наш главный сервер, копая под тебя. Мы создали тебе эффективный профайл. Спасибо, сэр. Они убедились, что я не коп. Завтра это появится во всех СМИ. Ты все еще здесь? До сих пор не поймал его? Моя цель — поймать тебя, мерзавец. Назвал начальника мерзавцем? Допрашивать надо бандитов, вроде вас, а не полицейского, вроде меня. Сэр, это же коп! Плохие новости. Твоего сына я отправил в кому, а тебя самого отправлю в Тихар. Готовься. Засажу тебя и пересчитаю все кости, мерзавец.
Хорошие новости, сэр. Сэр. Тот вещал о плохих, а этот о хороших. Это точно он, сэр. Тот незнакомец согласился. Уговорите подругу с Фейсбука, и спектакль пройдет на ура. Не нравится? Примерь вон тот. Привет, Рия. Где ты? В Каламандире. Ну-ка, обернись. Ты удивлен, да? Шокирован. Почему? Я, в смысле, хотел услышать еще одно мнение насчет этой рубашки. Идем, посмотришь меня, быстрее. А где твой брат? Наверное, в примерочной. Эй, Рия, ну как тебе? Просто ужас какой-то. Можешь надеть на повседневку, но не на свадьбу сестры. Снова вы? Чего меня преследуете? Китайское предупреждение. Еще одно слово, сразу пристрелю. Ой, вы из полиции. Простите, сэр. Вы тоже, мадам, продолжайте. Рия, ну-ка примерь это платье. Может, не надо? Ну же, мой первый подарок. Тогда прости, это так мило. Что за ужасная рубашка? Примерь вот эту. Мастер звонил, пора на съемки. Ну же, примерь. Сестра, пожалуйста. А ну, примерь. Прошу прощения. Прошу, откройте дверь. Спасибо. Как тебе? Я пошел. Суперски. Тебе так идет? Кто эта девушка? Вы его мама? Здрасте, тетя. Здравствуйте. Брат, это она. Сестра? Привет. Привет. Вся семья в сборе. А где и дядя? Как, кстати, его геморрой? Все зажило? Боже. У папы геморрой? На самом деле, мой отец подумывает прийти к вам и поговорить о свадьбе. О свадьбе? Кто эта девушка? Тоже мучает этот вопрос. Вы кто? Кто, я? Я скажу. Эта девушка полицейского, как две капли похожего на тебя. Простите, девушка, я даже сам вначале их спутал. Он не ваш парень, он мой сын. Не могу поверить. Ваш парень шпарит на хинди, а мой не в зуб ногой. Проверьте сами. Что здесь творится, не понимаю. Это все Сач? Папа, о чем она? Это хинди. Это так странно. Я смотрела фильмы про двойников, но не думала, что такое возможно и в жизни. Такое бывает. Если вы не против, можно мне сфоткать вас и показать своему парню? Конечно. Он будет в шоке. Спасибо. Пожалуйста. Простите, дядя и тетя. Я побежала. Пока. Пока. Дорогая, давай выберем Сари. Говори правду. У тебя что, есть двойник? Да. Смотри. Ух ты, значит, у тебя есть девушка? Да. Такая красотка. К чему цирк? Просто бы познакомил. Сначала кое-что надо решить. С ума сошел? Я должна стать женой незнакомца? Сказали бы такую ахинею в Уганде, вас бы убили и замариновали. Заткнись. Мали, у вас у появились подозрения. Весь мой 20-летний план пойдет коту под хвост. Вечно ты твердишь план, да план. Какой план? Перед смертью Харишчандра переписал все акции на внука Рахула. Пока он не женится, я являюсь его опекуном. После его свадьбы все имущество достанется ему. Значит, сторожевая собака превратится в бродячую? Как только Рахул женится, я подстрою аварию и покончу со всей семейкой Васундхары. Если бы он женился на дочери Шишки, то начались бы всякие расспросы. Поэтому он женится на дочери простака, который прыгает до потолка от счастья. Его семья сочтет смерть за злой рок. Я не зря остановил выбор на своем сотруднике. Любимый, ты так заботишься о нашем будущем. Я готова. Я тоже готов. Линда, перезвоню, я на миссии. Привет, зятёк. Он ваш зять? Твой зять вообще-то дома. Простите несчастного, проблемы со зрением. Совсем не хочет носить очки. Понятно, а где ваш муж? У него проблемы с эго. Вечно идет на принцип. Муженек? Муженек, топай сюда. Сузуки Субраманьям, он же Тукарам. Трансформирован в мужа садиса. Качество – бесконечные подозрения. Садизм – до апогея. Эго – до боли в груди. Чё орёшь? Чё ты орёшь? Я тебе чё, глухой? Прости, я не хотела. Тогда чего разоралась? Чё орёшь? Отвечай! Чего прилип, подлец? Во мне зятя увидел! Я твой зять! Сейчас как врежу, дебил! Что за толпа? За подачками приперлись? Нет, сэр, мы по важному делу. Какому? Что это? Что за нафиг шашни? Как давно ты мне изменяешь? Отвечай, неверная! Отвечай! Отвечай! Не бейте, она невиновна! Вы с ней заодно? Отвечай! Идиот, почему ты бьешь ее? А тебе-то что от ее побоев, а?
Почему ты так разговариваешь с уважаемым человеком? Чего, утешил тебя в больнице, и ты уже заступаешься за него? Вы мне фильм хотите показать, что ли? Ненавижу! Иди к черту! Статуя из Германии. За 500 штук. Плевать! Вы зря горячитесь, он публичная фигура. Она личная фигура! Возникло недоразумение. Как жена, скажу, он великий человек. Он даже получил за это подмарши. Оппозиция использовала это фото, чтобы насолить ему. Ваш муж выглядит хитрым, а вы очень искренний. Говорите, что надо. Скажите об этом завтра публично перед СМИ. Хотите, чтобы я ссор из избы вынес? Вы должны опровергнуть их связь. Малыш, что за разговоры в нашу годовщину? У вас годовщина? Ну, по сценарию, да. По сценарию? По сценарию Господа Брахмы. Сяду вечером и подумаю за выпивкой. Приходить завтра или нет? Картик, что-то он переигрывает. Еще раз увижу, убью. Прогони его отсюда. Доброе утро. Доброе утро, мам. Как ты? Очень хорошо. Чего ты бежишь, мутьям? Пришли фото участков из Пуны. Надо показать сэру. Участки, говоришь? Это же девушки. Значит, это есть те участки, которые ты вечно показывал сэру? Нет, это риэлторы, показывающие участки. Слишком они откровенны для риэлторов. Помолчи, вечно ты подозреваешь. Мистер Матча, можете идти. Мадам, я просто... Уходите. Спасибо, мадам. Как сказал Ратнам, эти девушки не похожи на риэлторов. Кажется, что написанное в журнале все же правда. Мистер Ратнам. Я служил вашему отцу и не желаю вам лжи. О чем вы, мистер Ратнам? Вы думаете, что те двое не супруги? И наш сэр все это подстроил? Я сомневался, но теперь уверен. Сомнение первое. Тот парень назвал его зятем. Сомнение второе. Били ее, но больно было ему. Сомнение третье. Он был в гневе от разбитого подарка. Сомнение четвертое. Мистер Ратнам, хватит уже. Что-то не так. Все не так, мадам. Поезжайте к ним на годовщину. Понаблюдайте, являются ли они мужем и женой. Мама! 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 Мамочка! Мама! Если бы не твой язык, они бы считали этого психа ее мужем. Из-за тебя надо продолжить этот цирк. У нас нет выхода, сэр. Этот придурок не должен к ней прикасаться. Она ведь друг. На Фейсбуке, а не ваша жена. Прежде всего, она женщина. Смотрите на видео. Я прослежу за этим неуравновешенным психом. Усмири этого идиота. Хорошо. Уговорите свою подругу с Фейсбука. Нет, конечно. Я не буду терпеть его побои. Он просто омерзителен. Прошу, маленький, вас Уза подозрит. Просто подыграйте нам. Хорошо. Но это в последний раз. Хорошо. Последний раз. Огромное спасибо, Молли. Зять, он снес меня, как приложение утром. Раздавил, как Кэнди Краш. Если выбесит, подмешаем кокс в колу, и он сдохнет в коме. Включи веб-камеру, я буду наблюдать. Шевели булками, чё как не живая? Друзья уже пришли. Чё почём, как дела? Привет, с годовщиной! Спасибо, проходите. Мои кенты детства. Здрасте, здрасте. Это его друзья? Они же тогда пешком под стол ходили. Зятёк? Не ищи логику, упустишь магию. С годовщиной, мистер Тукарам. Огромное спасибо. Это подарок от госпожи Васунхар. Спасибо. Занеси-ка внутрь. Мэм, а можно нам посмотреть ваш свадебный альбом? Он сгорел во время пожара. Чувак, начнем веселиться. Мы ждем Пикея. PSPK? Паван Кальян тоже придет? Он не PSPK, а просто Пикей. Мой друг. А вот и он. С годовщиной тебя. Спасибо, Пикей. Это Пикей, он прибыл с соседней планеты. Его транспорт сломался. Все предсказывают по внутренней стороне, а он по тыльной. Тоже мне. Я, по-вашему, Джокер из «Дурака»? Я видел пиратку фильма «Пикей». Он снят на реальной истории. Он встретился с Хирани в автобусе и рассказал свою историю. И тот снял по нему фильм. Не верю. Сейчас заставлю. Протяни руки. Живешь ты в Уганде, жену зовут Линда, и она ведет себя как гнида. Все, ложь, не убедил. Я перезвоню тебе, Линда. Я представлю полные доказательства. У тебя в кармане кокс, чтобы подмешать в колу и отправить в кому. А вот и пакетик.
Пикей, вы обо всем знаете лишь по рукам? Боже, выглядит как подстава, не верю. Если докажу, поверишь? Попробуй. Протяни руки. Ты Мани Ратнам, твой отец Шива Ратнам, дед Наваратнам. Короче, всех связывает слово Ратнам. Точно. Мани Ратнам — преданный раб семьи Васундхары Деви. Он здесь, чтобы раскрыть тайну. Это пик пиков, сенсация. Боже мой. Я хочу узнать один секрет. Могу упасть тебе в ноги. Возьми мою жену за руки и скажи, есть ли у нее кто-нибудь. Я помог стольким людям, а ты мой друг. Подойди. Что за беспредел? Даже если сестра согласится, я не разрешу. Кто ты такой, идиот? На, держи. Куда ты уходишь, не проронив ни слова? Я не могу рушить семьи, я придерживаюсь этики. Ну говори же, у меня сердце гранит. Ну тогда слушай. В жизни твоей жены виден другой человек. Он высокий и опасный мужчина. Он вошел в компанию как сотрудник и женился на дочери председателя. О нет. Скажи мне его имя. Его имя. Его имя. У сигнала помехи, Тукарам. У тебя что, мобильная сеть? Обо мне так говорил, как диктор новостей. Чего запнулся? Скажи, Пикей, прошу, Пикей, пожалуйста. Пикей, пожалуйста. Нет. Нет. Пикей, пожалуйста. Пожалуйста, Пикей. Нет. Нет. Его сознание было подобно открытой книге, а у дамы оно закрыто. Кто он, мерзавка? С кем ты мне изменяешь? Говори! Кто он? Говори! Эй, что? Успокойтесь. Чего тебе надо? Прошу, прекратите. Тукарам, может он шутит? Мой дом превратится в стадион упал от ее мужиков. Говори, мерзавка, кто тот парень? Нет, нет, нет. Никакого насилия. Эй, куда собралась? Говори, кто он? Нет, нет, нет. Говори, кто он? О, нет. Кто он? Говори! Говори, кто? Кто он, а? Кто он? Отвечай! Тебе ведь велели сыграть мужа, а ты мучаешь ее, гад! Она моя жена, все для меня! Ты поднял на нее руку, я убью тебя! Прекрати! Васу, это... она... Не надо! Ты обманывал меня все эти годы! Не пытайся больше! Завтра свадьба Рахула. После нее ты не только уволишься со всех постов в компании, но и отзовешь свою кандидатуру в парламент. Иначе я могу все обнародовать. Запомни это. Спасибо, брат. Никто не облажался. Все зажгли. Тукарам. Тьфу, Субраманьям. Вы супер. Медаль вам гарантирована. Спасибо. Алло? Его много дней пытали. Он без сознания. Он поправится, сэр? Доктор сказал, через 2-3 дня будет в порядке. От хакера, взломавшего сервер РБ, мы узнали о Мартанде и арестовали его. Вы арестованы. Мартан сознался и сообщил все детали убийства в отеле Grand Regency. Под лейблом Васундхара Pharmaceuticals Джей Радж реализовывал поддельные лекарства. Кроме того, люди были подопытными крысами тестирований лекарств. Многие погибли. Об этом узнал сотрудник Шьям Прасад. Он собрал улики и подал жалобу в отдел по борьбе с наркотиками, которую рассмотрел офицер из Дели. Все подробности на этой флешке.
Как офицер УБН, я приму все меры. Джейраш узнал об этом и понял, что скоро может оказаться на нарах. Он спланировал бойню, выдав ее за террористический акт. Флешку нашел работник отеля и передал ее Рави. Когда Рави придет в себя, глава Джейраджа будет закрыта. Твоя миссия выполнена. Спасибо, сэр. На очереди есть еще одно крупное задание. Какое, сэр? Признаться моей дочери, что ты вовсе не коп. Мой племяш Дипак вышел из комы. Поправляйся, Дипу. Папочка беспокоится. Сэр, Мартан сказал, что РБ завершило следствие. Как Рави придет в себя, мы все пойдем в тюрьму. Тот офицер отправил вашего сына в кому, а теперь он сфокусировался на вас. У него налаженный план, сэр. Селфи для сохранности. Почему молчите, сэр? Что нам делать? Молчание непредсказуемо. Его очень трудно оценить. Но еще труднее оценить потери от него. Алло? Это Рия. Картик попал в больницу. Что случилось? Он схватил 3 пули в перестрелке. Ситуация очень критическая. Вообще-то, он хотел уйти из полиции, но остался ради тебя. Хотел перейти в каскадеры. Я не позволила ему. Я совершила огромную ошибку. То, что у меня есть двойник, это неправда. Я не из полиции, как ты думала, а каскадер. Брюс Ли. Я столько раз пытался тебе признаться, но почему-то не смог. Я не обманывал тебя. Так получилось. Причина — моя боязнь, что ты можешь уйти. Прости меня. Дурачок, я ведь люблю тебя, а не твою профессию. Я люблю тебя. Yeah.
su luxu dillo din jave pistol goli dum dum da me no base stepsu hats off anta de pilla namali jaina chakkar keli disu kuch doli gattu kunta tali pakka gattu pena ali ali evadi chupu padte pinde pondauta do vaade na suri gali bruce lee ali ali bruce lee చూపుల్లో తగిలింది గూగులి అల్లే అల్లే అబ్రూసులి అట్ట చేస్తే నేనండి ఫ్యామిలి Я еще щенками удавил тех офицеров, которые заводили на меня дела. А вот ты успел вырасти в кусачью собаку. Думал, что я отстану от тебя. Сколько раз из-за него мне влетало от начальника? Он должен умереть! Эй! Я сам должен его прикончить. Верно, сэр? Утолите свой гнев и опустошите весь магазин! Сегодня день избавления от врагов. С этого дня у нас их не будет. Как это, сэр? Басанхара со всей семьей прилетят в Арунгабад и поедут на машине в Ширди. Их мобильники будут заблокированы. Они ни с кем не смогут связаться. И до них никто не сможет дозвониться. Они хотят посетить Дом Бога, но сами отправятся прямиком к нему. Заберите его тело и бросьте в озеро Гандипет. Почему ты нервничаешь? Пытаюсь дозвониться до Картика, но нет сигнала. Мой телефон тоже не ловит. Это так странно. Пытаетесь понять, кто я такой? Я сын Джейраджа. Сын твоего мужа. Мой отец, то есть твой муж, составил план, как убить всех вас. Мои люди сами могут это сделать. Но знаете, почему я здесь? Из-за тебя я на 25 лет потерял возможность называться сыном Джейраджа. А теперь, убив всех вас, я не просто утолю свою месть, но стану королем всей империи!
Картик. Ты остался жив. Тебе и твоему любимому папочке я устрою такой шок, что мама не горюй. После того, как я узнал коварный план убийства Васундхары Деви, то сразу заменил продажного Рамджи нашим мастером Дэвидом. Тебя хотят убить. Какой план? Мастер, сделайте, как я скажу. Мастер, это пульт от магазина. Он будет у вас. Хорошо? Мой Гуруджи вручил тебе пистолет с холостыми патронами. Киношные приемы и смерть как настоящая. Я боец. Пока не выполню свою миссию, не будет никакого интервала. Только кульминация. Получишь свою кульминацию. Картик. В укрытие. Давайте, бегите! Картик. Картик. Я слушаю, Ратнам. Простите, сэр. Вся семья погибла в аварии. Что? Да, сэр. Тела подобрали на шоссе и прислали грузовым рейсом. Их отдадут, если вы поставите подпись. Я уже еду, мистер Ратнам. Эй, Мача, до сих пор ты считал меня лишь бизнесменом. Теперь ты увидишь во мне актера. Сэр, случилось большое горе, сэр. Сэр! Васу!
Бизнесмен получил подмашку, а вот актер заберет себе все Оскары. Хочу взглянуть на них в последний раз. Откройте ящик, умоляю. Сэр, прошу. Я сказал открыть ящик. Сейчас, не волнуйтесь. Откройте. Дипак. Ну и как тебе шок? Маза Ая или нет? Ты тот полицейский? Сэр, о чем вы? Задумали убить ту женщину, что подарила вам красивую жизнь? Это плохо, сэр. Очень плохо, сэр. Эй, сукин ты сын. Думал, я позволю это при жизни? Сэр, простите, сэр. Произошла ошибка, сэр. Эй. Я буду гнать тебя по улицам и бить. Выпью твою кровь, ублюдок. Ты столько лет показывал раздвоение личности, а я показал тебе двойную роль. Не понял, да? Я и есть тот коп, который разорил твой бизнес. Я и есть тот, кто внедрился в твой дом и устроил мадам флешбэк. За все совершенные тобой ошибки твой сын расплатился жизнью. Когда я узнала о тебе, подумала, что ты негодяй. Только что я поняла, что ты еще и убийца. Я ненавижу себя за то, что все эти годы я была женой такого мерзавца. Эй, Рамджи, покончи с ним. Адосу ты не хочешь? Он не ваш Рамджи, он мой Гуруджи. Что у вас за такие новые повороты, сэр? Чтобы быть в курсе твоих планов, я подменил твоего Рамджи своим Гуруджи. Тот третий ящик ждет тебя. Шеф РБ жив. Как только мой брат придет в себя, тебя арестуют без права на залог. И твоей сахарной жизни придет оглушительный конец. Сэр, он боец, и поэтому его удары настолько мощны. У нас лишь один путь – смыться за границу на частном рейсе. Там и участков будет полно. Я не пощажу убийцу своего сына. Боже, люди вроде вас не должны мстить и проявлять эмоции. Он показал мне труп сына, а я покажу себя. Алло? Где мой отец? Рамачандра Рао. Сэр? Рамачандра, я позвал тебя, чтобы кое-что сообщить о твоем сыне. Что он натворил, сэр? Много чего. Еще ребенком он пожертвовал своим образованием ради сестры. Ты не понял? Поняв твое финансовое положение, он сознательно получил низкие оценки. Тебе было не по карману сделать дочь коллектором. Вот он и стал каскадером. Он сделал все, чтобы она сдала экзамен по МСФО, и чтобы ты об этом не узнал. Знаешь почему? Чтобы ты мог думать, что все это благодаря тебе. Когда твоя дочь рассказала нам это, я не мог поверить. Но теперь я верю. Каждый раз он рисковал. Только ради семьи. Что если я убью тебя у него на глазах? Прости, Рамачандра Рао. Ты показал мне мертвое тело моего сына. Я покажу тебе смерть твоего отца. Я даю тебе 15 минут. Выбирай, либо отвезти отца в больницу, либо мчаться на конезавод, где захвачена в плен твоя девушка. Решать тебе. Я покидаю эту страну. Прощай. Картик!
Сэр, стоило вашему сыну коснуться его сестры, как он сразу ушел в кому. Стоило захотеть убить, сразу оказался в ящике. А вы прямо у него на глазах пырнули ножом его отца. Я в восторге от нашего исхода. Ой, то есть, я боюсь его, сэр. Через полчаса мы уже покинем эту страну. Полчаса — это целых 30 минут, сэр. Эй, любой человек перед смертью боится за свою семью. Но я не боюсь, потому что есть ты. С вами ничего не случится, папа. Я знаю, что ты станешь опорой для семьи, когда меня не станет. Каждый отец желает, чтобы его сын стал великим. Но ни один не желает увидеть в нем прекрасного человека. Нет, чтобы понять. Я ругал тебя как проклятого, как ты выносил меня. Папа, за каждым вашим словом я видел любовь к себе. Эй, ты столько сделал ради нашей семьи. Прости напоследок и своего отца. Я люблю вас, папа. Я люблю вас. Ничего не произойдет. Кевин, убей ту девушку. Да, сэр. Джеймс. Мегастар? До сих пор в шоке, да? Да, Брюс Ли? Сэр, вы где? Фотоюсь для 150-го фильма. У меня проблема. Проблема? Мне нужна ваша помощь. Какая? Не волнуйся, я позабочусь об этом, хорошо? Спасибо, сэр. Пилот! Я верну тебя в сохранности. Я обещал твоему парню. Это просто перерыв. Съемок. Никто не отменял. Как отец, доктор? Ты привез его вовремя. Опасность миновала. Не беспокойся. Его оперируют. Спасибо, доктор. Чего так уставилась? У вас стиль моего парня. Чего-чего-чего? У вас стиль моего парня. Чего-чего-чего? У моего парня такой же стиль. Вот это другой разговор. Он тоже так говорит. Значит, он мне подражает?
Сам Мегастар спасает меня, мне так повезло. Спасибо, сэр. Все нормально. Спасибо вам. А вот и он сам. Спасибо, сэр. Вы помогли в последнюю минуту. Все нормально. Как твой отец? Вне опасности. Он выжил, сэр. Клево. Кстати, сэр, твой выбор супер. Спасибо, сэр. Говорят, ты очень хорошо ездишь верхом. Я смотрел ваши фильмы и... Давай-ка немного прокатимся. Пошли. Сэр, с вашего разрешения. Спасибо. Равняться вашей выносливости и скорости — это не просто, босс. И для выносливости, и для скорости. Мое горючее, мои фаны. Меня ждут, я поехал, удачи. Спасибо, босс. Спасибо, Мегастар. Я говорил, к черту репутацию. Уедем за границу. Не видать вам участков. Только драки за еду в тюрьме Черлопалли. Замкомиссара Рави Пракаш передал полиции все улики. Вы арестованы. Сэр, это моя последняя операция, первый блокбастер. Можно я произведу арест? Приступайте. Спасибо, сэр. Эй! Тому, кто обманывает, войдя в доверие и устраивает бойню, даже во сне не избежать наказания. Ты обанкротился, это правда. Тебе светит тюрьма, это сила формы. Язык мой, но все слова принадлежат мегасиле. Лови смысл и мобильник. Еще раз увижу, сдохнешь за секунду. Даже тюрьмы тебе мало. Каждую секунду ты будешь ожидать в страхе быть повешенным. В тюрьме ты с нетерпением будешь ждать залога, которого так и не будет. И ты умрешь. Не меня угощай первым, дочка, а своего брата. Я мечтал, чтобы ты стала коллектором, а он сделал это я. Любая семья будет счастлива, если в ней есть сын, который разделяет долг родителей. Ты настоящий боец. Благодарю, мэм. Кстати, подпиши это заявление, и я буду счастлива. Что это? Не хочешь быть копом? Перевод Хами и Хасина. Роли озвучивали Алексей Никитин, Давид Петросян и Маргарита Сахно. Thank you.